Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Хосе Мария Васкес работал в первой четверти XIX века. Портрет сестры Марии Карасон де Хесус. 1814 год. Холст масла 103 на 80. Женщины в колониальный период истории имели не слишком широкий выбор жизненного пути. Многим из них была уготована дорога в монастырь. Уже во второй половине XVII века в регионе насчитывалось свыше 20 женских монастырей. В Новой Испании сложилась традиция писать портреты девушек в день принятия им монашеских обетов. Эти картины предназначались для семей невест Иисуса и напоминали родственникам об удалившихся от мирской жизни. Хосе Мария Васкес – один из первых классицистов латиноамериканской живописи. В отличие от художников предшествующих поколений, изображавших будущих монахинь в барочном пышном антураже с высокими прическами, цветочных украшениях и роскошных коронах, мастер написал представительницу ордена непорочного зачатия более строго, в белом одеянии, с длинными четками и бревиарием в руках. На груди сестры Марии Антонии круглый пектораль с образами святых. Ну, вот такое описание нашел в интернете к работе Хосе Мария Васкеса, портрет сестры Марии Антонии дель Карасон де Хесус. Пока-пока, до свидания. Данные из интернета и текста книги «Великий музей мира». Пока, до свидания.